Приветствую вас, земляне. И снова с вами сенсей. Сегодня хочу вам показать игрушку старенькую. 2008 года, по-моему, она вышла. Сигюнарити, что ли, как она так называется. Сейчас я вам покажу. Значит, перевод вот как ее особенность. Но не забывайте, заходите на мои каналы, подписывайтесь. Где кто хотите, хоть везде подписывайтесь. Центр у меня YouTube. Принципиально вот здесь подписывайтесь. Потому что 100 подписчиков, если я буду видеть, открою еще один канал для вас. Ну, давайте начнем. Да, не забывайте про рубрику. Вот, давайте вспомним. Какие-то игры, может быть, возможно, вы не помните или понравятся. Вы можете всегда скачать или купить. Посмотреть. Если я вам помогаю, то подписывайтесь. Это будет ваша благодарность мне. Давайте начнем. Значит, я выкрутил все, что мог, выкрутил. Эта игра, я помню, очень-очень-очень мыльная. И я вот накрутил здесь все, что мог. Думаю, будет у вас идеально. У меня просто идеально. Давайте начнем. Полностью, по-моему, русская она. Сложность, как всегда, я низкую ставлю. Если нужно будет прохождение, игра, если наберет 2 часа просмотра, мне не важно, хоть 3 человека просмотрят, хоть один человек 3 часа просмотрит. Но один не получится, наверное, потому что все равно я около часа делаю. Игра просто обалденная, поверьте мне. Наверху-то не на шутку переполошились, раз послали нас под угрозой международного скандала. Разведка утверждает, что тут лет 50. Производство, как видите, кто. Но мы-то знаем, какая у нас военная разведка. Надо быть готовыми ко всему. Спарта, сохраняйте скорость и направление. Такие игры проходят мимо нас, потому что мы все смотрим Call of Duty и так далее, навороченные игры. Я выбираю такие игры, чтобы вас заинтересовать именно те, которые отличные, но как-то мимо нас прошли. Это, я помню, игра очень мыльная была, но, по-моему, проблем с производительностью у нее не было. Не могу припомнить. Я ее проходил, по-моему, 2 раза. Ну, в 2008 году, соответственно, и, по-моему, года через 2, наверное, 3. Но все равно 10 лет прошло, когда я играл. Я плохо что помню. Стараюсь вам показать ее. Ну, игра интересная. Я помню, что-то здесь связано как бы с черной дырой, вот эта Сигюнарити, как она там называется. Это и есть черная дыра. Ну, пространство какое-то, что-то там. Я для себя, конечно, для меня очень резко, но думаю, для вас будет прямо изображение идеальное. Я всегда делаю немного резче изображение. Хочу предупредить, я много болтаю в игре, поэтому и кто любит тишину, выключайте звук. То есть уходите на другие каналы, там прохождение, наверное, есть, и не одно. Поэтому, кому интересно, оставайтесь у экранов. Если на 2 часа задержитесь, как говорится, то будет продолжение. Приток новых ученых и инженеров в каторгу 12 прекратился.
Т-99 ценный минерал. Детали же обнаружены только на территории КАТА-19. Блин, включил я этот дурак. Приток новых ученых и инженеров в каторгу 12 прекратился. Говорят, доктора Барисова скоро назначат руководителем каторги 12. Но вряд ли Кремль настолько верит в его успех. Если бы доктор Демичев не погиб при пожаре... Я стараюсь подбирать игры, это как полностью русские, конечно. Потому что читать я... Позвольте, не хочу ковыряться тут в этих текстах. Реактор Барисова. Это мощное устройство для создания... В грузовой порт прибывают материалы с материка. Каждый день... Вообще планирую я открыть это... Новый канал политический. Про нашу жизнь. В богатой стране, нищем населением. Если вы каким-то чудом уцелели и слышите меня, встречаемся у радиовышки, которую вы видели на подлете. Оттуда нас эвакуируют! Шевелитесь! Вперед! Ну вот это мне не нравится, эта кнопка. Удар вот эти. Надо ее сменить. Кнопки, слава богу, все тут меняется. Это радует. Да, где я сейчас найду эту кнопку? Так. Тут не поймешь, что это кнопок, какие-то кнопки, что-то не... Так, вот это, наверное. Боковую я нажал. А какая-то у меня сейчас пропала. Ага, вот. Оружие один. Нет, нам это неудобно. А это что за возврат? Оружие 2. Да ладно, плевать. Ух ты, какая резкость. Ой, поверьте мне, я прям с удовольствием смотрю. Почему? Потому что я помню, она такая мыльная. Это... Была... На помощь! Скорее! Господи, вытащите меня отсюда! Куда ты, чертила? Ну, приседает, как положено все. Видите, встает. Это в 2008 году. Сейчас игры в нашем году так не делают. Раньше все умели делать. Все доделали как положено. Тут я помню, что-то с пространством произошло. Тут можно будет вообще лепить такие вещи. Обалденные. Ну, глухонемой, правда, герой. Помогите! Спасите меня! А как тебя спасти, черт тебя знает? Ну, пошел ты. На помощь! А, вот, смотрите-ка. Загорелся, что ты загорелся? Помогите! Я погиб! Нога задета. Не смогу идти. Вам придется помочь. Тут я помню, прошлое и будущее будет. Вообще тут обалденно. Вот это из-за сигюналити, что ли, как она там. Это пространство. А куда тебя тащить-то, мужик? Я уже задыхаюсь, похоже. Полетел какой-то, черт. А меня так не ударит? Бежать он не бежит. Ну понятно, что не бежит. Ты, это и не дверь вообще. Ах ты! Конь, блядь, отползи, давай отползи отсюда, дай пройти.
Понятно. Я и сюда-то боюсь идти. Блин, сейчас задохнется он. Да пошли туда, ладно, поливать. Да, картинку я сделал, конечно, резкую, хорошую. Демич, что случилось? Что ты натворил? Что я натворил? Ничего. Я чуть не погиб. Мне повезло, что он меня спас. Каторги. Так, куда идти-то? Я не помню. Ученые исследовательского центра изучают различные способы применения Е-99. Ну тут, похоже, не заблудишься, я насколько помню. Все равно куда-то придешь. Медицина, а также изучение времени. Так, сюда, наверное. Или отсюда пришел? Нет, сюда. Помню, да. Тут такие перестрелки будут, вы что? Не знаю, сколько времени у меня есть, поэтому буду краток. 2 часа назад сингулярность взорвалась, погибли сотни. Сингулярность. Твари какие-то. А, я помню, точно, да. Собаки эти будут на меня нападать. Блин, такие игры вот. Как вот пропускает. Такие игрушки хорошие. Блять, оказывается, где-то в середине списков. Ну, ребята, это лучшие игры, я считаю, вот эти вот. Да что ты во что-то ввязал? Ничего не интересно. Карусель какая-то. Ой, ты, мама дорогая. Ну, агрессивный стал, что-то заразились они чем-то. Девчонка, наверное. Если кто-нибудь найдет эту запись, умоляю. Наши дети прячутся в комнате на верхнем этаже. У них мало пищи и воды, и долго им не продержаться. Прошу вас. Я вот эту игру ставлю с Биошоком наравне. Биошок все знают, а эту игру мало вообще кто знает. Опа, пушечка. Здравствуйте. Только вот с кнопками, конечно, здесь плохо. Что? Перезарядку я R привык. А здесь на одной кнопке и Е, и Р. Ну что такое? Я не пойму, что-то было здесь. Максимум патронов. Я-то взял сколько, вы видели? Один патрон я стрельнул. Тварь какая-то, а. Что-то фонарик-то где... Ах ты, крыса, блядь. Ничего себе, пять патронов всадил в эту тварь. Надо посмотреть там это, как ее. Патроны-то остались еще. Да что ты, Максимка. Вот они.
У меня максимум. Ну, я присел, оказывается, присел. Че, попробуем туда спрыгнуть? Нет? Не страшно? Ну ладно, пойдем. Я боюсь, что эти собаки сейчас налетят. Я помню, какие-то твари я сейчас тут начну. Оружие. Специально дали еще раз. На, в репу тебе, блядь. Тупую твою башку, блядь. Эх ты. Блин, Е, перезарядка. Я сейчас на Р буду лазить. Смотри-ка, того я убил одним выстрелом, а эта тварь косорылая не поддается никак. Тут такие будут перестрелки. Будь здоров в этой игре, вы что, на? Ну, типа ужастика, наверное. Типа. Экшен ужастик. Если ее не видели, обязательно посмотрите. Или у меня вот здесь, на канале. Или сами сыграйте. Так, давайте сначала посмотрим. Бегает он у меня, все нормально. Порог хождения хорош, как говорится. Оптимизация хорошая. Управление, да, почти хорошее. Конечно, будет кнопку перезарядки бы сделать отдельно, а не на одной. Точно попадание. В лоб прямо. Блюдок. Как аптечка-то у меня. Ага. Тварь, ужастик, я вам говорю. Похлеще, чем сейчас выходит всякая дрянь. Куда вот идти-то, я что-то не припомню вообще. 10 лет назад играл, что тут раз припомнишь. Эх ты, блин! Она уже здесь, эта тварь, блядь, напугала меня. Эх, крыса ты, блин, тварюга. Только была там, раз, уже здесь прыгнула. Гнида казематская. Да, вот что я играю и не могу вспомнить, что же я хотел. Чувствительность убавить. Так, сохранится здесь контрольные точки. Куда идти-то? Туды или туды? Туды или сюды? Нет, туды, наверное, было. У меня ей использовать и перезарядка. Опять я в этом туалете. Дурень, блядь, заблудился я. Так, вот здесь я был, да? Куда идти дальше? Так, оттуда я пришел, туда, значит. Что-то я, по-моему, кругами тут выхаживаю, да? Ребятки. Кругами я что-то тут наяриваю. А ну давай наяривай, гитара синеструнная. Тут карты никакой нет, по-моему.
Поэтому тут надо все на ощупь делать. Так, оттуда я прошел сюда, да? Вокруг я прошел. Я в этих коридорах заблудился. Может, сюда вот? Точно сюда. Чувствуется, жаба какая-то лезет там. Казематская. Доктор Демичев сказал, что прибор, который устанавливают в школе, безопасен. Но я все равно переживаю. Мой друг... Активисты такие, но они бесполезные все. ...99 вызывает мутации клеток. Как они смеют ставить опыты на детях? Ну все как обычно, враги России. Че говорить ничего, СССР на детях опыты ставит. Может, она и не зашла многим. Я вот сейчас думаю, что всерьез-то вообще это, всю хрень-то никто не воспринимает. Мы уже столько лет это пропаганды, что, мне кажется, мы просто мимо ушей. Просто сейчас думать, что вот, впитывают люди вот пропаганду эту. Да ладно, столько лет уже все играют, мало и старый, млад. Выключить надо это говно. Я наоборот включил, похоже. Это наш лучший друг, доктор Е-99. Вот наш ответ, растущий... Как и в этом фуллауте. Кем я играю? Это американец, что ли, какой-то? Или кто тут? Мы, как обычно. Америка на каторге. Почему мне во время обеда нельзя сидеть за столом с друзьями? Нас рассаживают по отдельным столам и заставляют есть то, что дают на тарелке. И меняться нельзя. Хотя я есть все равно не хочу. У меня живот сильно болит уже несколько дней. Че, прыг? Ах ты гнида, пугающая, сволочь! Сейчас выползет. Не вижу я ее. Она за углом стоит и хочет, чтобы я подошел. Да хрен тебе, махнорылая обезьяна. Вот вам и метро, и вот вам... Ах ты... Паскудина, а! Вы видели? По деревяшке. Чуть не разрушил тут все. Урод вонючий. Произошел новый инцидент, еще ужаснее. Вставай! На сложном, конечно, бы я не стал стрелять. Так как у меня бич еще есть, я забыл совсем. Опять, вы слышите? Ну, удачный это. Мастерство не пропьешь. Ну-ка, с дороги. А, я уже сижу. Библиотекарь. Где-то здесь, да. Ну, отлично. Последнее оружие. Ничего себе, блин. Вы видели верзилы, блядь? Библиотекарь. Последний выстрел я его завалил. Ну. Сейчас бы на жопу меня посадили. Че, сожрать, что ли, этот пилюль-то? Да, плохо мне тут без последнего оружия-то, чё-то.
переключаться еще лазишь на кнопки, не хочется мне. Так, управление. Где у меня оружие 1, оружие 2 нет у меня, да? Мы его на среднюю, что ли, влупим? Тогда на среднюю у меня что-то не будет. Возраст. Что это такое, вообще не пойму. Плевать на Е. Вот. Ой, на С сделаем. Так, сколько времени? Ну, еще есть время поиграть. Тоже поздно. Как в метро, библиотекарь. Поняли, на что я намекаю? Я всегда на какие-нибудь игры или фильмы намекаю, так что... Сдохла, что ли, тварь? Я все на R перезаряжаюсь. Загнулась. Дохнет еще, смотрите, как корчится гнида. Так, давайте-ка попробуем пострухать в них. Покрошить их немножко тут. Хватит орать. Че такое, блядь? Ты че, мужик, да? Забуксовал-то мне. Каторга для американцев. Рынка, ты жив? Я думал, ты скопытился. Да, помоги мне. Че я тебе помогу-то? Да? Вы видели? Видели такой? Нет, нет. Брыкается. Что-то... Полетела башка. Мягкая картичка. Ну, да, ну давай ты, козел ты, блядь, хоть одного-то завали, черт ты вонючий. Девнил, говнил. Не будь тебя, мне бы крышка. Девлин. Выходи давай сам. Ты влево, я вправо. Ни одного убить не смог. Что это за адские твари? Никогда такого не видел. Их что, русские создали? Ты не был здесь никогда. Зачем? Ты не видел. Тупица. Может, я чего-то и не понял, но, по-моему, в инструктаже не упоминался огромный столб энергии, бьющий в небо. Титан-1, говорит Девлин 4-1, прием. Титан-1, говорит Девлин 4-1 на аварийной частоте. Ответьте, возможно ли эвакуация? Что, так и будем сидеть, что ли, с тобой здесь срать всем? Давай играть. Люди собираются у ворот на пристани. Говорят, в сторожевых катерах всем места не хватит. Озвучка профессиональная. Где-то я видел тут подарки. Вот. Так вы что, уже линять собрались, что ли? Он тут вызывает эвакуацию. Я только играть начал. А он уже мотать собирается. Тут играть и играть еще. По-моему, игра-то не короткая. Надо следовать плану. Пойдем к радиовышке. Может, там найдем полезное оборудование. Как разведка так лжанулась? На заброшенное место это никак не тянет. Что-то не так. По идее, мы должны слышать сигнал Титана-1. Надеюсь, отряд за нами в эту грёбаную... Идем. Форма не совсем... Ну и что у меня прокручивается? Тут один автомат, что ли, прокручивается? Вот эти прокрутки я не очень люблю. Постоянно что-то буксуют они. Ну и что ты выбросил автомат? Подожди, может, пистолет поменять? Точно. За хрень!
Помоги сдвинучка. Роняйте его быстрее. Чудики. Обезьяны это вылезли. Башку даже не отстрелил. Открывай дверь и прикрывай. И открывай, и прикрывай. Ты должен прикрывать-то сейчас. Когда я открываю. Чё тактик вонючий у меня. Сдохла это, что ли, тварь? Убил он, тварь-то эту. Ничего тут нет, подарка. Обходи справа, я пойду слева. Ну что, ребятки? На колени. Ни хрена на колени он не встает. Пистолет отстрелил башку, это не может отстрелить никого. Ничего, ползающая обезьяна. Хочется пострелять мне, что на легком-то можно и пострелять, правильно? Эх ты, блин, попал я. Ружье это говно какое-то. Нахер я его вообще взял, это говно. Лучше ствол бы взял, блядь. Тут всего два оружия. Да. Ствол я выкинул, а дрянь какую-то подобрал. Слабоват что-то этот дробовик. Куда идти-то? Куда этот черт-то убежал, блядь? Черт, куда я тут убежал, я не пойму. Девлин ты этот. Девид ли Девлин? Ох ты, блядь. Крыса. Эх ты, блядь, молодцы какие тут. Метро мне, блядь, тут разыграли, ну. Да ты пихать его будешь этой палкой. Чем ты там пихаешь-то, я не пойму. Кулаком, что ли, он бьет? Даже он вроде тычет. Давай, хватай мою руку! Где ты там? Со мной. А как у меня мужика-то зовут? Это вроде один раз сказал, я так и не помню, что ты пробубнил. Я буду держать оборону, а ты придумай, как ее открыть. Придумай, ничего себе. Вот так и столько. Блин, куда я провалился? А где? Давай, Ренка, придумай, как открыть дверь, я буду прикрывать. Да все, хватит уже, понял эти. Эх ты, блин! Крыса какая, вы видели? Пугалки, тут еще будь здоров, вот тебе и экшена. Тут полуужасы, блин. Сейчас еще какая-нибудь тварь вылезет. Где он этот, черт-то? Тут и люди будут, и все, и прошлое, и будущее. Все тут будет. Поверьте мне. А вот и радиовышка. Сейчас свяжемся с Титаном-1 и свалим отсюда. Свалим, прям такая простота она. За мной. Подожди, я послушаю. Я добрался до пристани, но все катера уже отчалили. Свободных мест больше не было, военные обещали вернуться. Но я боюсь, что случится новый выброс гораздо опаснее прежнего. Я видел показания. Худше еще впереди. И я не могу найти свою Надю. Будь на чеку. Как всегда на чеку. Не ссать компот. Там полноги мой. Че там такое за обезьяны? А, точно, сейчас какие-то обезьяны будут напрыгивать. Закрыто. Про
проверь-ка ту будку. Может, там еще есть один выключатель. Какую будку? Что за будку? Тардис, что ли? Где он? А, вот. Так мы отсюда пришли. Я вообще-то заблудился тут с этим конем, блин. Что за будку-то проверить? Вот здесь, что ли, где-то? Когда мне дадут эту пушку? Что надо проверить-то, я не пойму. Чертило какое-то лежит. Не лезь туда. Просто я прошел и все понял. А, вот. Оружие, вы видели, взял? Он на лестнице уже оружие. Ну как мы сделали вообще неправильно. Берет оружие, он уже на лестнице убирает его. Руки заняты. Как же он держался-то на ней? Так, и чего я сюда пришел? Просто подобрать что ли? Всякую дрянь. А, вот все, наконец-то. Ну все, выдвигаемся. Следуй за мной. Будку. Какую будку? Че не будку, наверное. Черт, опять эти твари. Хватай винтовку, надо расчистить путь. Где у меня винтовка? Подожди, я сброшу эту дрянь. Эх ты, блядь, и промазал, тупица, на. Башку хотел я попасть, на. Вот это влупил. Два шлепа. Чё там, кто там еще? Смотри-ка, он тут... Жрет что-то там, сидит своего, что ли? Метко стреляешь? Пойдем. Да ладно, метко. Промахнулся я. Вертолет! Только не наш! Ложись! Я не побегу за тобой, чё, мне надо расстояние для снайперки. Сюда вот стачу. Не зря же ее дали. Ни хрена идти на задний. Стоит он тут ждет. На 2 секунды дали для снайперки. На легком, конечно, остаются патроны всегда. Ух ты, тут вообще как говно. Ну прям музей старины. Не говори. Че хочешь бери, только брать я ничего не могу. У меня все есть. Да, здесь сейчас это точно полезут, по-моему, эти собаки, блядь, со всех сторон. Я вам говорю, это Биошок напоминает чем-то. Оружейный шкаф. Как вот листать-то? Ой. Как? Повторяю, это Девлин 4-1. Они, похоже, глушат наш сигнал. Одна русская речь проходит. Хоть что-нибудь работает на этом проклятом острове? Нет, конечно. Это место забросили почти... Давайте попробуем увеличить. А, у меня и нет ничего. Что толку-то я тут увеличу? Выходим отсюда. О, пистолет появился. А, вот, надо взять сначала эту дрянь. Теперь технологии можно сделать.
пистолетик я сделал для себя. Бочки-то как взрывает, смотрите-ка. Дурище, блин. Так, присесть надо. Смотри, смотри, побежали, блядь, они наверх. Оба, башка отлетела, видели? Ну вынимай там свое седалище, поднимай на. Я забыл про замедление совсем. Тут можно было кромсать их сразу, а я что-то по одному выстрелу. Давайте, ребятки, отваливайте. Сейчас что-то быстро больно отвалилось. Эх ты, блядь. Урод ты вонючий. Подобрался сюда, вы видели? Ах вы псы-то, блядь, войны, а? Достали меня уже, на. Подожди, я в карман расставил. Подошел как раз к тому, что у меня нету, на. Кто там стреляет, а? Крыса какая-то стреляла, блядь. Смотри, пистолет вонючий, блядь. Автомат нужен, на. Убили меня, ха, черти вонючие. Чё мне не стрелялось из винтовки, пистолет я взял, улучшил. Вот на автомат мне надо было переходить. Подвигаемся. Да что ты, бля, попасть не мог. С медленным этим и не смог попасть. Вроде завалил всех. Давай говно это вываливается. Эх ты, ничего себе! Это вторая часть, наверное, началась. Потому что первый ты... Видать, я первый прошел, а запись была во второй половине. И как я его... Как завалю я этого черта? Никак. Да? Он прикрывал огнем их этих ублюдков, на серогорбов. Вообще вводит так конкретно отдачу. Чем дольше я держу, тем больше начинает... Вот взрывы стали появляться от бочек. Никого там не было. Блин, откуда вы лезете, гниды казематские? Семь патронов у меня осталось, ребятки. Почему он встает у меня, я не пойму. Опять начали валить меня. Я помню, на сложном, по-моему, здесь играл, и тут вообще выхлёстывали по 100 раз меня, да. Все, уже надо на ближний бой переходить.
как батле, блядь, лезут они прям на. Штурмовики, блядь, вонючие, блядь. Да что ты, блин, к этому ящику-то вперся ты в него. Все, что ли, закончились вы там, нет? Надоели уже, да. А где этот черт-то со мной, который был? Ублюдок-то сбежал, что ли, нам? Лечение, да, видели, как классно, блядь, сделали? А то я вот увлекся уже, я не смотрю на лечение-то, блядь. Как их тут остановить? Они прут и прут. Мне надоело, просто стрелять надоело, вот это. Такой глупый вариант. Нашел я тут местечко, блядь. Все, что ли? Да что ты? Комод этот, блин. Нет, что-то, наверное, надо сделать, потому что я что-то не пойму, они идут и идут на меня. Вон это стоит там. Наверное, туда надо отходить, наверное. Вон, точно, дверь тут. Блядь, что такое, я не пойму. Застрял я в двери, блин. Эх, уроды. Ну и чего? Капитан Ренко. Капитан Ренко, так ведь? Ренко. Не удивляйтесь. Фамилия написана на вашей форме. Американцы так дорожат индивидуальностью. У меня к вам пара вопросов. Фамилия, звание и номер. Больше ты ничего не получишь, Ванюша. Загляни в справочник по Женевской конвенции. Я на эту бюрократию плюнул много лет назад. Ясно. Мы офицеры армии США. Я хочу поговорить с кем-нибудь из нашего посольства. Как обычно, блядь, свой пафос. Боюсь, это не да вы дрестуны страшные. Посольство сейчас. Так лучше. Почему вы не постарели за эти 50 лет? Объяснение только одно. МВП, где он? Какой двери-то бросаться-то, я не пойму. МВП, где он? Мы в ловушке! Бросайте двери! Беги в открытые двери! Какая-то девица мне помогает, Ренку. Бегу, бегу, чего надо еще? Беги. Ничего не слыхать, что она там базарит. Курица эта. Передавал мир 12. У вас наверняка масса вопросов, но у нас мало времени. Сюда, скорее. Кэтрин, ну все, тут половина этих. Давайте на этом закончим, ребята. Ну что я хочу сказать?
под видео все переходы. Смотрите, если вы на Яндексе, на Яндексе и смотрите. Все туда я заливаю. Так же, как с Ютуба, заливаю на все каналы. Поэтому знайте, всегда я об этом говорю, рекламирую только сам себя. Больше меня никто не рекламирует. Вся реклама, которая вставляется, я ничего о ней не знаю. Всего доброго, берегите себя.